Всем привет! Сегодня я иду на презентацию Miss Dior, которая будет проходить в Киеве. И обычно я не брала камеру на такие пресс-эвенты, но если вам интересно, как это будет происходить, вы напишите, интересно вам такое смотреть видео или нет. Так, идем с ним. Сейчас я тут поснимаю, красиво очень. Первое платье Dior, платье Miss Dior. Вот еще на последнем фото у нас есть Кристиан Dior. Сегодня взяла даже камеру, я знала, что будет супер красиво. Мэра, что говорит, слышно, я думаю. Образом, который создал Кристиан Диор, будет, кстати говоря, там внутри была громкая музыка, поэтому я вам особо ничего не комментировала. Была очень красивая презентация новых обновленного аромата Miss Dior. Сейчас меня давит какая-то машина. И я думаю, что этот влог будет, помните, я снимала когда-то влог из Дублина, когда это был влог на протяжении такого долгого времени, и я потом это все слепила в один влог, такие отрывочки. Вот сейчас это будет такой же формат. И поэтому увидимся в следующий раз, когда у меня будет происходить что-то интересное. А сейчас я еду в офис работать. Работаю полный день в офисе, работаю в этой компании, поэтому надо ехать на работу. Когда все остались там пить шампанское, веселиться, танцевать, я еду на работу. Знаете, у меня есть два качества, которые бесят меня в себе больше всего. Первое из них — это то, что я нервничаю по любому самому неважному поводу. И второе — это что я постоянно опаздываю. Если с первым я пытаюсь постоянно бороться тем, что я загоняю себя намеренно во все ситуации, которые меня больше всего заставляют волноваться, то с опозданиями это вообще полная труба. У нас на 11 презентация новой осенней коллекции Пандора. Я сейчас встречу Настю, и мы туда бежим. Сегодня плюс 28. Смотрите, кого я встретила. Приветик, привет, Настя. Ну, как тут красиво, ты знала, что такое есть? Офигеть. Смотрите. Это мы сейчас в ресторане «Терраса». Отель «Воздвиженский». Я даже не знала, что тут такое есть на пятом этаже. О, вот ты! Неожиданно. Ой, смотри, вот ты. Ой, я? Серьезно? Новая коллекция. Смотрите, кого я здесь встретила. Раньше я появлялась в влогу Диана. Теперь Диана появится в влоге меня. Я сегодня всех видео прыгаю. О, блин, батарейка уже разряжается. Мы теперь идем и гадаем, что же здесь. Надеюсь, это сумка Шанель. Да. В этот раз я лечу в Амстердам с компанией, в которой я работаю. Мы едем на выставку-конференцию IBC. Это вроде бы расшифровывается как International Broadcasting Convention или Conference, что-то такое. Я думаю, что это будет интересно тоже вам показать, поэтому беру вас с собой в эту поездку. Как раз вы меня слышали, как назвали мою фамилию. Сейчас я подойду, узнаю, что они хотят от меня. Наверное, дадут мне распечатанный посадочный талон. Кстати, первый раз я лечу по безвизу, ура! Мне делали паспорт примерно месяц. Сейчас я найду своих коллег. Надеюсь, они будут не против, что я поснимаю немножечко. Вот это вот Митя, вот это Андрей, вот это Гена, вот это Катя, вот это Лена, вот это Марина, вот это Олесь, вот это Ксюша. Наш отель. ТВ, интернет, фри ин-хаус мувис. Это один из самых дешевых вариантов жилья в Амстердаме. На время IBC тут какие-то нереальные цены были, и наш номер, который я сейчас вам покажу, стоил 160 евро в сутки, но он довольно печально выглядит. Вот это вот наши кровати. Тут такие пластиковые стены обычные, какой-то старый ободранный стул. Очень-очень маленькая ванная комната. Даже нет фена. Я сегодня утром не смогла посушить голову. Вот тут, вот, собственно, это все. Вот душевая кабинка, вот мои ноги, вот туалет, все.
больше тут ничего нет. Не было, естественно, ни гелей для душ, хорошо были хоть полотенца. Но все равно, в принципе, жить можно, и довольно прикольно выглядит сам отельчик. Вот коридор, и тут у нас выход на улицу. Ну и вообще сама идея того, что ты на корабле, вроде довольно забавная. Сюда ходит паром бесплатный. Вот едет наш бесплатный паром. Ни один город, в котором есть Primark, не обходится без того, чтобы сюда зайти. Я в Дублине подробно показывала, что такое Primark, что там одежда и аксессуары всякие для дома и все такое, и тут все супер дешево. Все такие прикольные пижамы, это все мужские. Это выставка IBC, конференция, она проходит в выставочном центре Рай. Это на окраине города. Мы взяли билеты, можно бесплатно зарегистрироваться, но также можно за какие-то нереальные деньги. Но мы сейчас соберем наши бомжарские бейджи. Это роботы с камерами. На них можно снимать видео без оператора. На выставке есть все, что касается видеопродакшена фильмов. Начиная от камер, самых простых, самых любительских, до самых профессиональных. Заканчивая роботами, которые это все делают за вас. И постпродакшеном фильмов. Все. Приложение Sony, над которым мы когда-то работали. Это Sony Европа делает. Когда я только пришла работать в Video Gorillas, проект Sony был моим самым первым. Вообще прикольно сейчас все это смотреть. Я думаю, 1050. Сколько квартир в Киеве она стоит? Примерно одну. Держи. Дмитрий, мой оператор. Лайфхак путешественника от меня. Если вы хотите приехать в Амстердам, вы приезжайте сюда на 15-19 сентября. Но обычно можно посмотреть каждый год, когда дата IBC. Можно бесплатно зарегистрироваться на конференцию и получить бесплатный проездной на все эти дни на общественный транспорт. Это, кстати, очень даже неплохая экономия, потому что одна поездка на трамвае стоит 3 евро. А тут, значит, основное такое заседание конференции происходит, как видите. Камера, и он показывает, что она снимает. Только сейчас показывает не нашу сторону, и нас не видно. Так понимаю, что Nokia купила новую контору. Теперь они делают 360 градусов камеры. Посмотрите на эту космонавтику. Огромный дрон. Для вот такой здоровенной камеры. Алло, пакет, выезжай. Камера, которая снимает миниатюрные фигурки, как вы понимаете, поле. Судя по всему, бейсбольное, насколько я разбираюсь. Вот там, значит, происходит репортаж. Вот тут вот у нас раненый. Вон оператор стоит, видите, да? Красная карточка. Так, мы сюда шли, как мы хотели. Вот эту вот селедку, да. Лучшая селедка в мире. Вот здесь. Luxury H&M. Сейчас уже воскресенье, и мы сейчас едем смотреть выступление нашего CTO на тему искусственного интеллекта и машинного обучения. Должна быть очень классная демка real-time. Я очень переживаю, чтобы все хорошо получилось. Вон Андрей сидит. This is going to change everything, and this is a very timely panel on. So my name is Oisin Dunne. I am chief evangelist at Open. Far right there, we have Mr. Alex Zukov, who is the CTO of Video Gorillas, who's joined us all the way from Ukraine. So thank you very much, Alex, for joining us. A round of applause for Alex, please. And greatest buzzword that when people talk about artificial intelligence, they either mean something like this Hollywood style. When I was a kid, I was sneakily watching this movie, Terminator 2. Hollywood presented this, the all-knowing rise of the machine AI, like this, right? Yeah, so in the corner, in the right corner, you see the last human that was detected by the system. Yeah.
magic, it worked. Как прошла демка? Митя, как тебе? Классно было? Классно было? Катя, как? Понравилось? Ну, классно было. Мы переживали. Гена, как тебе демка? Вместе с Жукером переживали. Мы все супер довольны, что все сработало. Мы уже сейчас будем ехать обратно, забирать вещи в отеле, собираться ехать в аэропорт. Я зашла в Urban Outfitters, купила себе серебряные сережки, колечки. Я хотела себе обычные самые колечки и даже не ожидала найти их там. Я купила себе вчера еще кухонное полотенце в H&M, просто хозяюшка номер один. Шарф единорог! Класс! Выложила видео, где я спросила, хотите ли вы, чтобы я в конце месяца смонтировала влог. И все начали писать, да, монтируем влог. Это моя мама. Знакомлюсь со своей мамой. Скажи привет. Привет. Угадайте, сколько моей маме лет. Она будет читать комментарии и радоваться. Надеюсь. Вас приветствует влог из метро. Я приехала в торговый центр «Гулливер». Хочу зайти в магазин «Ямамай». Посмотреть на их новую осеннюю коллекцию. Это магазин белья. Вот такая вот цветочная коллекция. Я в таких по улице ходила, но по дому, конечно, тоже можно. Такая новинка появилась. И не с такими блестящими нитками. Я вот взяла вот такой померить. А вот и мужской уголок Yamamay. Кстати, очень симпатичная пижама. Мне очень нравятся вот эти вот брючки. На примерке вот такая вот пижамка. Очень симпатичная, приятная на ощупь. Штанишки, по-моему, без рисунка, да. Вот этот сумасшедший крутой боди с цветами. Но он классный для съемок, но для вот носить его просто так, наверное, странно будет. Буду мерить. Что это? Что это? Что это? У кого новая осенняя пижамка? Сниму дома, покажу вам, что я выбрала. Уже почти 2 часа дня, мне нужно бежать на работу, но я сейчас напротив Гулливера зайду в шоурумс. Миллион пальто. Сейчас быстренько посмотрю. Смотрите, какое нашла. Бордовое пальтишко, длинное. Здравствуйте. Вот это вот такое же ярко-красное. Это я бордовое взяла. Кстати, может ярко-красное взять. Сейчас же трендовый ярко-красный. Надо вспоминать, что ты фэшн-блогер в такие моменты. Оливковое тоже очень красивое. Цена у них, сейчас скажу, сколько оно стоит. 300. Какой цвет вам больше нравится? Смотрите. Тоже очень круто. Сейчас я так тихонечко позаглядываю. Вон какой-то деним бренд. У меня нет времени заходить, но я вам так быстро покажу. Еще какой-то бренд. Вы рядом за Гулливером, то советую зайти. На домашняя одежда, обувь. В общем, есть, в принципе, что посмотреть. Девочка Даша задала мне вопрос. Расскажи нам, как ты попала на свою работу. Этот вопрос показался мне обидным, если честно. Потому что попала звучит так, как будто бы я выиграла в лотерею. Тем не менее, я отвечу, расскажу сейчас вкратце. В начале 4-го курса у меня в жизни случилась такая ситуация, когда мне уже я была вынуждена искать работу, потому что произошла беда с Донецком, мои родители уже были не в состоянии давать мне какие-либо деньги, и я поняла, что нужно идти и начинать работать. Но у меня была хорошая, в принципе, база такая техническая, потому что я училась на техническом факультете, я со школы любила математику, я уже запыхалась. Факультет хоть не сделал из меня программиста, но он мне дал все предпосылки к тому, чтобы я искала работу в IT, и это было естественно вполне. Из всех профессий я выбрала именно тестирование. Я начала искать работу. Начала готовиться к собеседованиям, учить JavaScript, учить HTML, CSS, читать книжки по тестированию, отправляла свое резюме на вакансии, и меня начали звать на собеседование. И вот, собственно, второе собеседование в моей жизни, это и есть моя работа по сей день. Давайте покажу вам, что в итоге я себе выбрала в Yamamay. Тут мы так красиво все упаковали. Это вот такая вот... серая пижамка. Вы помните, я ее примеряла. Осенний холодный сезон не настолько будет страшен, потому что я буду вставать утром, мне будет тепло. У меня прямое включение четверга, 28-го, кажется, сентября. Направляюсь на вечеринку от YSL. Это супер круто, что меня туда позвали. Она будет проходить в месте, которое называется Арт Причал. Я вот иду, и сейчас надеюсь, что меня никто не собьет. Надеюсь, будет что-то интересное. Я, как всегда, немного опаздываю, потому что спешила с работы. Если раньше распорядок дня вообще был, это университет работа, то сейчас это какие-то блогерские ивенты, тусовки и работа. Красуется логотипчик YSL. Легко распознать людей, которые идут на ивент, потому что дресс-код красный и золотой. На мне золотое платье сегодня. Thank you.
окружении блогеров. Настя. YSL Beauty Club, я такая, типа, стрелочка. Мы уже сбежали с вечеринки в YSL, мне там сделали макияж с синей тушью сверху и розовой внизу, с очень много селебрити, очень много незнакомых лиц, поэтому мы сбежали. Доброе утречко. Стою так, чтобы прикрыть свой прыщ на лбу, очень незаметно. Решила рассказать вам одну историю. Я бы назвала это минусами блогерства, хотя на самом деле от этого не застрахован никто совершенно с тех пор, как у нас есть возможность выкладывать фотографии в интернет. Вот такой комментарий пришел на Google+, что довольно странно, там обычно никто особо не пишет комментарии, ну да ладно. Добрый день, Анна, вы знаете, что ваши фото используют для привлечения разного рода неадекватных мужчин. Это делает бывший сотрудник правоохранительных органов, существует страница ВКонтакте с вашим фото и фейковой личностью. Короче, скинули мне ссылку на эту страницу, сейчас я вам покажу, как она выглядит. Первое мое разочарование, то, что мой клон ВКонтакте популярнее, чем я. 3000 друзей. Значит, кроме моих фотографий, тут есть вот такие вот, ну это моя фотография, занимательная фотография, например, вот это, кто это вообще? Вот это, и вот все остальные фотографии мои, я не понимаю. Куча комментариев, куча лайков, просто я супер популярная тут. Ну, жаль, конечно, что с настоящей моей страницей не так все успешно было. Короче, я написала только что жалобу. Там надо было прикрепить фото документа. Я очень не хочу ВКонтакте доверять свой паспорт, поэтому я взяла свой студенческий, он сейчас просроченный, но там есть фотографии и там есть мое имя. Надо было сделать фотографию со своим лицом на фоне заявки. Я сделала фотографию просто божественную, как я держу на ладошке ВК. Жду ждать ответа 18 часов. Я очень надеюсь, что эту страницу заблокируют. Что должно быть в голове у человека, который этим занимается? Я не понимаю. Вот, cool story. Я недавно заказала себе две пары вот таких вот очков. Одни в голубом цвете, вторые в розовом. Если вчера я шла, и вчера было солнечно, в розовых очках у меня было все вдвойне солнечное, то сегодня я иду тут так мрачно. И у меня все вдвойне мрачное просто из этих очков, но они подходят мне под лук. Сегодня, кстати, последний день, который я буду показывать в этом влоге. 30 сегодня сентября уже. Иду сейчас на презентацию новой камеры, беззеркальной камеры Olympus с сменными объективами. Мне интересно, что там у них, вроде бы она даже процессором Mark III. Блин, и у меня разрядилась камера. Мне сейчас показывает, что у меня разряженный аккумулятор. Может быть, я и не успею вам снять это. Может, успею, если у меня с собой есть второй, я проверю. Если нет, то на всякий случай прощаюсь с вами.